Украинские силовики днем во вторник снова обстреляли Донецк, погиб мирный житель, сообщили в городской администрации. Около 15.30 обстрелу силовиков подвергся поселок Старомихайловка Кировского района, Донецка, РЕД. По имеющейся информации, разрушений нет. Погиб один человек, отметили в мэрии. Силовая операция против недовольных госпереворотом жителей Донбасса длится больше года. На переговорах 12 февраля были достигнуты договоренности о прекращении огня, отводе тяжелых вооружений, внесении в Конституцию Украины изменений о децентрализации власти, а также о закреплении особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей.